Здравствуйте, друзья! Дмитрий Балковский, goldenfront.ru. Этот короткий рассказ хотел бы посвятить вопросам, таким нюансам сбережений в золоте и рассказать о так называемом золотом разнобое, то, что я для себя называю. Во-первых, скажем, что главная задача любого золотого жука, любого золотого сберегателя – это заплатить минимум за грамм или унцию золота. Но, как и во всех такого рода проблемах в нашей жизни, не стоит перебарщивать. Учтите, что, как это странно не прозвучит, но в золотых монетах тоже есть не очень ликвидные золотые монетки, а есть более ликвидные золотые монетки. Самые ликвидные в мире во всем известные золотые монеты – это основная семерка. Две американки, австралийка, австрийка, южноафриканка, канадка и китаянка. Все остальное чуть-чуть менее ликвидно, но тем не менее оно тоже хорошо, тоже золотое. Какого принципа я бы посоветовал придерживаться? Если, вот смотрите, я тут выставил несколько таких нетрадиционных памятных монет. Вот эта вот монетка, например, немецкая у нас, в таком красивом кейсике с сертификатом подлинности на немецком. 4 девятки, весит полунции 2004 года. Ну, монета, очевидно, нетипичная, немного тиражная, то есть, ну, как бы, вряд ли о существовании знают очень многие люди, даже там большинство золотых жуков, скорее всего, никогда с ним не сталкивался. То же самое можно сказать о, вот так вот, медведь спит 93 года, российской чеканки, тоже полунции, сохраним наш мир, 100 рублей номиналом Банк России. Здесь у нас Юрий Долгорукий 97 года, здесь вот австралийский гимнаст, все эти монеты весят полунции. Как стоит с такими вещами обращаться? Если вам где-то попадается вот этот разнобой из надежного места, естественно, то есть если вам там предлагают у входа перед дверью автобус, то, конечно, не стоит его покупать. Помните, что это золото. Скорее всего, такая монетка будет стоить за грамм или за унцию чуть дешевле, чем стандартная унция. Поэтому, если у вас относительно большой портфель, если вы сберегаете надолго, то вполне имеет смысл купить немножечко и такого золота. То есть, если у вас там 2, 3, 4, 5 таких монеток, это вполне нормально. Если у вас, конечно, будет 50 там, или 100 монет «Сохраним наш мир» с медведем, ну, это будет выглядеть немножечко... Откуда у вас их столько? Вот. То есть это, конечно, ну, немножко странно, нетипично. Хотя, если они золотые, без проблем. То же самое, кстати говоря, можно сказать и о битых, несчастных, ржавых наших Георгиях Победоносцах, которые, их все меньше и меньше остаются на рынке в самом ужасном виде, ювелиры их уже все, наверное, скупили. Но, тем не менее, если вам попадается нечто вот с огромной скидкой, ну, это золото, ну, почему его не взять? Возьмите, конечно. Конечно, возьмите. Просто нужно соблюдать баланс. Есть еще такая знаменитая серия в нумизматических кругах «Армянский зодиак», знаки зодиака армянские. Почему-то не любят их коллекционеры и любители золота, хотя они все раскрашены разными цветами, там симпатичные картинки, вот, но почему-то вот не лежит душа к ним. Их тоже можно брать, вот, их тоже можно будет продать. Можно будет их потом продать. Но учтите, что это не самая ликвидная монета на рынке. Спасибо.